Доброе утро, друзья. Ласса возвращается с ночной прогулки. Она, на самом деле, она уже приходила, покушала, потому что вчера вообще почти ничего не ела. Накормилась ласатушка, девочка, гулёна. А мы идем, дети, за мной. Идем завтракать. Я уже приготовила бутерброды. Не, просто за матерью пошли. Пошли, пошли. О, тут уже Алиса ждет. Тут же Ласа. Да. Вот это чудо. Как ее зовут там? Соня. Забыл, Соня. Соня, да. Их так много же забываешь, как их зовут кого, да? Бутерброды на завтрак. Леночка только встала, только умылась. Челка торчит, залежала. Пойдешь сегодня гулять с друзьями? Конечно, прям. Через забор. Там... Боже, а что ты, совсем уже расклеилась? А что это ты? М? Ночью кашляла она, слышал, да? Слышал, да. Кашляла. Что никак как простуда не отходит. А как можно такой жару простудиться, Донечка? Не знаю я. Лена, а как ты умывалась? Иди еще раз. Умывала. У тебя вот здесь вот что-то грязное. Умывала. Глаза протри вот так. Не, иди сходи. Мы подождем тебя, не будем начинать без тебя. Иди. Нет. Нет, 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 еще раз, давай. После завтрака. Нет. А почему? Лена собирается в гости к друзьям. Что там? Да. Черненькое? А. Это вообще красный такой. Да. Яблоко вкусное. Кислое. Идем Лене помогать пролазить через забор. Пошли, Лена. В дырку в заборе. Дырка в заборе. Да. Пойдем. Хоть посмотрю, как она там пролазит. Ей неохота обходить. Решили через забор. Так, чего тут? Ой, а как ты тут пролазила-то? Я не понял. Где? Ого! Вот здесь вот? Да. Сейчас. Ничего себе. Никого нет на площадке. Может, обойдешь, Лена? Нет. Ну, давай тогда. Да подожди. Что? Я что, буду пролазить на чужую дачу, пока там никто не знает? Ты что? А, ты звать будешь? Позвать, да. Да, Лена, проще обойти, да и все. Нет. Люди! Дети! Звать? Зови, зови. Соня! Сейчас прибежит Соня. Наша Соня сейчас прибежит. Думаю. Они не собирались уезжать сегодня, не? Ну. Зови еще. Они еще... Соня! Может, в доме? Что-то тихо зовет. Соня! Я могу громче в тысячу раз. Давай! Вон идет, только Алиса. А, Алиса. На голос. Сними ее на ее. Вон. Где там? Она идет вон. Алиса? Мы зовем, а она идет. Где ты? Я потеряла. Вон она, девочка. И вот она. Моя хорошая. Посмотреть пришла. Чего тут кричат? Да. Кто здесь ходит? Идет и разговаривает, видишь? Кто здесь? На моей территории? Иди к нам. Еще раз позвать. Ну давай еще раз зови, бо мне жарко на солнце стоять. Соня! Громче уже. Давай, будешь обходить, Лена. Нет. Да. Нет. Давай. Нет. Надо вот это вот пригнуть. Шо? Вот эту, давай, иди. Блин, болото какое-то. Ну-ка, естественно. Что ж там должно быть? Папа. Давай, держись. А что значит естественно? Держись, перекинь эту ногу. Да я уже понял. Просто труба, блин, отлично. Все, аккуратно, наклоняйся. Глаза смотри. Все, наклоняйся, аккуратно. О, аккуратно. Голову аккуратно. Есть. Все, вторую ногу аккуратно. Все. Все, счастливо. Все. Пока. Давай. Сейчас буду жарить оладушки к чаю. Оладушки у нас сегодня с яблоками. Очень получается вкусные оладьи. Все, сейчас сковородка разогреется. Буду готовить. Алиса зовет котят. Рыбку принесла. Сейчас там выходит. Кто-то никто не выходит, а? Мать готовит оладушки. Да.
Такие классные. Сковородка даже сильно шпарит. Я уже в половину отключила ее. Там первые светленькие вышли. Оладьи. А эти потемнее будут. Шпарит конкретно плитка. Вообще шикарная. Я ее, правда, на море чуть за это самое загадила. И теперь не отмывается, короче. Там прикипело. Но отмыла. На работу не влияет это, да? Нет, на работу не влияет. Такие оладьи. Ну что-то я сильно много теста сделала. Будет много оладьев. Потом надо будет детей угостить. Мы столько не съедим. Наверное. Ну, угостим детишек. Ну да. Вкусняшечка. Алиса охотится за кем-то. Кого-то поймала Алиса? Не. Прыгнула в кусты прям. А может съела, он облизывается. Эй! Ты что дерешься? Смотри, смотри. Застыли. Что за драка, девчонки? Алиса. Рыжая дерется, да? Это ж дочь твоя. Опа. Ласа первая начинает. Алиса не хочет драться, видишь, ложится. Ну да. Когда ложится на землю, значит она сдается. Но она Ласа победила. Понимает, что дочь. Она... Ты думаешь, да? Ну да. Блядь, кричит. На Соню. Озверела на даче, на природе-то. Ну да. На свою подружку и рычишь. Ласа. Алиса. Что такое? Дерется, да? Алиса. Непорядок. Дочка дерется, да? Алис. Ух ты. Скажи, Алиса, да. Мне непристойно сейчас драться. Я же мать. Кушай, кушай. А то она кусочек съедает и несет детям. Еще кусочек съедает, опять детям несет. А где дети, непонятно. Ну, что-то не вышли, да. Не хотят кушать. Все, получилась целая кастрюлька оладушков. Пускай они не такие красивые, кривульчики, но зато вкусно. Сонька лежит на жаре, разрывает он. Что там рвешь? О. Вату какую-то нашла, он рвет. Да. Она что, глотает ее, нет? Да нет, вроде. Соскучилась по кисе по своей. Киса где-то шлялась. Садимся с папочкой обедать, доедаем рыбный суп с салом, с луком, с хлебом и оладушки с яблоками. Обедаем сами, да. Лена у нас пропала, как ушла гулять, и чтобы папочка прошелся, нету. Где-то сидит у кого-то, наверное, в доме. В доме, да. Жара такая конкретно. Да. Ну, потом, не знаю, когда будем искать, если не вернется. Должна же на обед прийти, в конце концов. Найдем потом, наверное. Просто сейчас обходить все дома, ну, да. По жаре неохота. Где-то сидит у кого-то дома. Они же несколькими улицами дружат тут и могут находиться у кого угодно. Так что садимся обедать супчик и чаек с оладушками попьем. Угу. Соня хочет пройти, а Алиса защищает. Сейчас он. Алиса накинется, блин. Детей своих. Соня, иди сюда. Соня. Блин. Сейчас подерутся. Соня! Господи! Я так боюсь. Сейчас как глаз ей выцарапает. Я кричу, как больная, наверное, да? Угу. Котеночек сзади. Он да. Прям смотрит. Спрятался за мамочкой. Ну. Самый смелый. Вот этот вот, который с черным носиком. Да.
Самый первый всегда выходит. И видишь, все убежали, а он за мамку спрятался. Угу. Хороший. Мамин ребенок. Мама помоет. Мама хорошая. Мама мягкая и теплая. Да. У нее есть молочко. Мама заботится. Покормиться. Такие хорошенькие. Угу. Смотрит на собаку. Угу. Собака сидит, наблюдает. Ай, чудики. Садимся кушать арбузик. Разрезали. Очень спелый оказался. И вкуснячий. Сейчас будем пробовать. Ну что, ты попробовал уже? Вкусно? Вообще бомба. Сладкий, да? Папочка сел, монтирует видео очередное за море. Уже осталось два, наверное. Да. Докончить. Ну, скоро закончим. Наделаем, пока арбузик покушаем. Пока Лены нет. Готовлю такую вкусную штучку из баклажанов. Не знаю даже, как назвать его. Это блюдо. Короче, здесь лук, морковь, баклажаны, помидор, острый перец, чеснок, немножко чеснока. И растительное масло. На растительном масле жарится. Вот такая вкусняшка будет. Еще буквально минуток 10, чтобы в кашу не превратилась. И все. И можно кушать их и холодным, и горячим. Ну, холодным даже вкуснее оно. Такая вкусняшечка. Идем в магазин по воду. За водичкой две. Где-то 9-литровые, да? Да. Идем с папочкой вдвоем. Лена не пошла. Лена вообще как после завтрака ушла. Да. И все. Она даже не обедала сегодня. Она так заиграла, что не хочет. Ну, я есть. Что еще? Не хочет не есть. Ничего. Я ей только через забор дала попить. И с собой оладьи в пакетике дала. Не хочет идти домой даже кушать. А пускай гуляет до самого вечера. Конечно. Загулялась. Девочка. Ой, жара так, хоть да, спала. Спала, жара, прохладно. Сегодня спала. Уже было такое пекло. Да. Мы намыливались, хотели до обеда съездить на речку, искупаться, но Лену не нашли. А потом уже обломились. Очень жаль, я представляю, что в городе там вообще. Ну, скорее всего, до полтинника было, наверное. Да, да конечно, на солнце, да. Ой, сейчас хорошо. Идем, и собаки дерутся. Вот эту вот рыжую набили, да? Да, да, видишь, она убегает. Сейчас остановлюсь. А что они ее догоняют, блин? Че ты? Убегай, убегай. Ну, а к нам бежит, что? Убегай. А что, они прям кусали ее, да? Вон там, ну, били, наверное, кусали. А как они еще собаки били? Не лапами же. Они же не боксеры. Прогнали со своей территории. Ну, да. Идем, да. Сколько у нас по времени до магазина идти? Мы чуть ни разу не засекали. Не знаю, ну, таким медленным шагом, 15. Наверное, минут 15, да? Да. Ну, не так уж и много, я тебе скажу, да? Да, конечно. Прогуляться нам полезно. Да. Перед сном. Вот вечером замечательно ходить, а днем, конечно, по жаре, то по открытому солнцу тяжковато. Да. А так-то даже прикольно прогуляться, да? Особенно сегодня вообще солнце жарило. Да. Забросили эту дачу, мы уже тоже показывали в прошлом, где-то в каком-то видео, вернее, бросили. Да, дача работать надо. А если оно, блин, тебе не надо, вот с этими, вот даже мы с этим огородом, да? Сколько нам не задавали этот вопрос, и еще вечность будут задавать, что у вас на огороде-то ничего не растет. У нас бурьян на огороде красиво ленивая растет. Мы. А потому что что, вот... Пошла я на закатку, помидоры реально взяла по 5 гривен. Да, конечно, я ж не придумываю, не это самое. Одному это надо, другому не надо. Что по 5 гривен себе взяла. Вот даже 10 килограмм нам на семью вот хватит. Помидоры закрыть, там еще что-то с них сделать. 10 килограмм по 5 гривен. Что, 50 гривен, да, получается? Да. Да.
Ну и все. И нафиг мне это скакание с бубном вокруг помидор на огороде, сапать, поливать. Так на семена я только потрачу больше. Я в этом году купила какие-то элитные сибирские семена, блин. Раньше брала по 2 гривны, а в этом году взяла по 15. Упаковочка 10 семяшек. Угу. И вообще нифига не вылезло. Вон один у нас помидорчик висит. Не это самое, не приняли. Я сама рассаду высаживала, выращивала. Нифига, блин, что им надо, не знаю. Ну, так я потратила 100 гривен на эти семена. В итоге я без урожая осталась. Ну, лучше бы я на 100 гривен купила 20 килограмм помидор. Не, молодцы, кто на огородах работает. Это самое, когда у кого урожаи хорошие. Я тоже когда пахала, помнишь, какой урожай помидор у меня был? Мы ведрами их собирали, ведра, не знала, куда их девать. А потом вот это я целое лето с ними провозилась, да, урожай собрали. Но я помню, до сих пор помню, на тот момент на рынке они по 3 гривны были. Думаю, блин, еще пахала все лето. Ну вот как-то у меня такое мнение. Боже, какая пыльная дорога, у меня ноги будут чернючие. Вот уже и до магазинчика дошли, пока лялякали. Сейчас возьмем водички. Купили водички, 2 баклажечки. А, зашли еще лампочки. Взяли, потому что что-то перегорают. Очень быстро перегорают. Лампочки по 9 гривен здесь, соточки. Булку хлеба взяли. Леня с папой коровки. Я их не ем, коровки. Ну, хотя одну могу покушать. Конфетки коровки. И взяли нам 12 гривен халвы. Да, что-то так захотелось халвы. Я ее так редко ем. И такая свеженькая, хорошая. Всем добрый вечер. У нас ужин. Как-то у всех все разное. У Лены гречка с подливкой и с тефтелькой. У меня гречка с яйцами жареными. А у папы пюре картофельное с подливкой и с тефтелькой. Да. И еще пожарила. Вот я показывала, уже снимала эти баклажаны. Здесь с помидорками. Очень вкусно. Но Лена вряд ли будет. Мы с папочкой покушаем. Хлеб, сало, лук. Ну, в натяжку, не знаю, постоянно у нас сало на столе присутствует. И вот то, что купили, тоже уже показывала. Халва и конфеты. Ага. Чаи. Короче, такой вкуснячий ужин. Прям есть, да, что-то, да, захотелось, да? Да. Тебе тоже захотелось? Да. Все. Все. Мам, тебе ты руки помыла? Да. Мам, у тебя кто-то, у тебя яичница. Ну все, завтра у тебя будет яичница. Собака бесится. Да. Поделишься, мам, яичницей. Поделюсь. Вот так вот у нас вечер заканчивается ужином вкуснячим. Всем огромное спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!